Nazar nesibaigė. Va, ir šiandien aš galvoju, kad tokia simboliška visai, sakyčiau, tema reiškia yra, matot, iš tikrųjų, jis net simboliškas Andrius Žankovas. Aš galvoju simboliška, ta prasme, kad mes čia visą laiką, manin simboliška, ta prasme, kad visus tos susitikimus ir vienyje, iš tikrųjų, tas vienas dalykas rusų kalba. Ne, ir kartais net pagalvoju, kad būtent per tą rusų tokiu akimirku, būtent per tą rusų kalbą valstybės saugumo departamentas pastoviai paminė ataskaitas, ir kažkas savo kažkokias metinėse jo. Va, ir ta tema, sakyčiau, tokia irgi simboliška, nes dobrai grįžimsim. Svonio Kristechų mes Aleksandru Žanko. Я говорил, что как раз как бы символически, потому что все тут наши встречи этого клуба проходят благодаря русскому языку вообще-то, потому что все это на русском, да, и еще бы символически в том смысле, что тема Россия вообще, российская цивилизация, это одна из самых непопулярных тем сегодня, да, и поэтому я очень рад, потому что... Ну, мы как бы свободные люди, да, можем говорить про все и дискутировать. И тема сегодня, думаю, очень интересна. Опять прошу вас, кто забыл еще, выключите мобильный телефон, пожалуйста. Да? Не забудьте. И задавайте вопросы. Тут есть и ручки, и если надо, бумага. И тут у нас есть три книги Александра. И вопросы, которые будут самыми интересными, самыми, или ответы, на которые будут самыми интересными, авторы этих вопросов смогут потом почитать и книги. Так что доброго вам всем вечера и передаю слово Александру. Спасибо большое. Может быть, добрый вечер. На лбу. Вам бы немножко сменить место, потому что у вас идет. О, хорошо. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад нашей с вами встрече. И вот эта вот тема язык, литература и культура как основы русской цивилизации. Здесь, правда, еще не хватает одного. Всего должно быть ведь четыре краеугольных камня. Значит, еще здесь должна быть и вера, конечно. Я хотел бы заострить ваше внимание на некоторых проблемах. Могу заметить, что вот русской цивилизацией в таком масштабном виде я стал заниматься не так давно. Просто я сам медиевист по основному своему интересу, занимаюсь литературой Древней Руси, историей, естественно, культурой, во многом мировоззрением, и большинство моих книг как раз посвящено, точнее монографии, потому что не столько книг, сколько монографии, исследованием и каких-то отдельных произведений древнерусской словесности и осмысление литературного процесса Древней Руси, ну и более, может быть, шире, новую, правда, новейшего времени не затрагивая. Так вот, занимаясь, мы прекрасно с вами понимаем, когда уже приходишь в определенный возраст, то уже приходишь и к некоторым обобщениям тех наблюдений, накопленных за много-много, уже, можно сказать, десятилетий. И они вырисовываются в определенную картину. И вот этой картиной я и хотел бы с вами поделиться. То есть хотел бы с вами рассмотреть те образы, те идеи, те смыслы, которые наблюдаются, прежде всего, конечно, в русской литературе, ну и шире в истории, в идеологии, в мировоззрении и так далее. Так вот, если мы посмотрим на три христианских цивилизации. Первое я бы назвал бы римскую или латинскую цивилизацию. С чего она начинается? Она начинается с римской античности, то есть светскости. Я не буду говорить язычество. Я просто буду говорить, ну, что это секулярное сознание, то есть светское сознание. Затем, через тысячелетия, да, приходит христианство. Христианство становится государственной религией и в значительной степени идеологией. Ну и со временем, после эпохи Возрождения, в Италии она начинается во второй половине XIV века, и так продвигается по Европе, по сути дела, до XVII века.
И вот, значит, секулярная, христианская и опять, собственно, секулярная культура. Я имею в виду западноевропейскую, латинскую или римскую цивилизацию. Вторая цивилизация, сопоставимая, это греческая, то есть основана на греческом языке, тоже начинается с античности, со светскости, что немаловажно. Что и в римской, и в греческих цивилизациях вот этот период светскости язычества основывается все-таки на материальной письменной культуре. Это очень важно. Вот мы здесь поставили очень важную роль. Латинский язык вот для западной католической цивилизации и для византийской или греческой тоже язык играет значительную роль. Так вот, греческая цивилизация начинается тоже с греческой античности. Затем, мы знаем, Константинополь на Втором Вселенском соборе в 381 году провозглашается Вторым Римом. И, собственно, христианство восточной формы становится государственной религией Византии. И эта византийская цивилизация просуществовала до 1453 года, когда Константинополь был захвачен турками. И так она погибает. Это вторая христианская цивилизация. И вот мы можем теперь взглянуть на русскую цивилизацию. Чего она начинается? В отличие от двух предыдущих христианских цивилизаций, она начинается с православия. То есть с принятия в 988 году у христианства. Да, еще тогда было единое христианство, приняли его из Константинополя, но уже тогда чувствовалось разделение двух, собственно, миров, двух цивилизаций, католической и православной. И прежде всего должен здесь провести коренное такое отличие. Западноевропейская цивилизация – это так называемая эвдемонического типа. Мы с вами знаем, что у католиков центральным христианским праздником является Рождество. У православных – Пасха. И вот эвдемоническая цивилизация, что она собой обозначает? Эвдемония – это построение земного счастья, земного благополучия. Собственно, западноевропейская цивилизация и стремится к построению рая на земле. Что такое коммунистическая идея, которая возникла на Западе? Это как раз рукотворный рай. Идея рукотворного рая. Что касается православной цивилизации, то это сотерологическая. То есть, сотерология – это учение конца света и спасение души. То есть, это та цивилизация, которая занимается больше духовным, нежели материальным. И вот это коренное отличие европейской, католической и православной восточной цивилизации. Так вот, русская цивилизация начинается с принятия христианства. И 900 лет христианство было доминирующим. Собственно, государство образующим, таким фундаментом. И только в 20 веке происходит секуляризация. Ну, мы знаем век, так сказать, атеизма. И сейчас происходит медленно, но возвращение как раз под лоно христианских православных ценностей. Во всяком случае, в России это наблюдается уже зримо. И таким образом мы видим, что русская цивилизация начинается с христианства, потом секулярный период, и теперь опять, по сути дела, возвращение тем самым духовным ценностям. Так что вот эти три европейских христианских цивилизации мы сразу же обозначили их в различиях. И соответствующие видим тенденции. В истории, в том числе и государства российского. Осушила до дна. Итак, вот один краеугольный камень в основании христианской русской цивилизации – это, конечно же, вера. Второй язык. Вот не случайно у нас с вами язык общения – русский язык. Но здесь должен заметить, что в Древней Руси с христианством приходит и письменность. И что любопытно, в древнерусском, церковнославянском языке, и в древнерусском, и церковнославянском, потому что это не один и тот же язык. Церковнославянский язык – это тот язык, который приходит с Кириллом Мефодием. Это язык службы, язык переводов священного писания, язык святоотеческой литературы, и в значительной степени это литературный язык Древней Руси. Древнерусский язык – это более светский язык,
и на нем писались грамоты, письма, послания, законы. Так что разделение было четко совершенно, то есть сакральный язык церковнославянский и светский язык, секулярный язык, это древнерусский язык. Так вот, и в том, и в другом языке есть лексема, то есть слово «язык», и что оно обозначает. Вот это очень важно. Язык – это и народ, и язык – это средство общения. Все языцы, то есть все народы. И славянский язык, или славянский народ – это, вот, по сути дела, тот вот народ, восточные славяне, русский народ, который объединяет вера. И здесь я должен заметить, что знает только одну единственную синонимическую пару. Это православный и русский в Древней Руси с 11 по 16 век. Два слова обозначали одно и то же понятие. Больше я не знаю ни одной синонимической пары, чтобы обозначало одно и то же понятие. Два слова. То есть русский и православный. Это получается так, что русский – это не национальность, а конфессиональная верность. То есть принявший православие, получается, становится русским. Но и что очень важно. Что очень важно, что язык, да, то есть народ, является носителем вот этого сакрального церковно-славянского языка, древнерусского языка. Ведь тогда еще просто усиливается понимание самого значения слова «русский». О языке мы еще с вами поговорим. Но почему язык выступает национальной самоидентификацией? Потому что, в принципе, на каком языке человек мыслит, какой язык для него является родным, тот такой, в общем-то, культуре, в какой нации или цивилизации он и принадлежит. Есть еще очень важно отметить, что если слово «русский» обозначает Древней Руси, я подчеркиваю, это древнерусское понимание, обозначает конфессиональную принадлежность, то для Древней Руси абсолютно не важно, какая кровь течет у человека. И какой он нации принадлежит. Потому что мы знаем, христианство нет ни эллина, ни римляна, ни иудея. Все равны. И поэтому, собственно, православный – это не все русские. Я обычно привожу один такой очень красноречивый пример. У нас был популярен русский святой Петр Царевич Ордынский. Почему Царевич Ордынский? Да потому что он хан Ахмат. Он чингизит. Он потомок Чингисхана, 100% монгол. Но принимает православие. А принимает православие потому, что епископ Ростовский, Леон, его, в общем-то, крестил, и он был просто поражен этим человеком, молитвенником, и крестился, потом влюбился, женился, на русской, естественно. Жена раньше скончалась, он построил православный монастырь, пошел туда монахом, потом стал игуменом этого монастыря, закончил благочестиво свою жизнь и был канонизирован как раз вот на соборах 1549 года, на втором соборе он был канонизирован. И почитался как русский святой. Мало кто помнит, повторяю, что он монгол по национальности. Потому что национальность – это не важно. И тогда обратите внимание на тысячелетнюю историю России. У нас не было национальных войн никогда. Понимаете? Вот православная вера, собственно, и давала то понимание межчеловеческих отношений, которые, собственно, зафиксированы в Библии. Да? У каждого человека есть образ Божий. Потому что человек сотворен по образу и подобию Бога. И поэтому в каждом человеке видит икону Бога. И неважно, опять же таки, какой он национальности. И это отношение было в Древней Руси. Я хочу заметить, что я уже сегодня приводил эту фразу, что Русь и Россия созидалась верой, а разрушалась идеологией. Потому что до 16 века, с 11 по 16 век, когда православие было доминирующей религией, мы уже касаемся истории,
у нас не было ни одной завоевательной войны. Вот если Западная Европа сталкивалась, как мы знаем, да, междусобные войны государства, границы государств Западной Европы, то вот в Древней Руси я могу сделать только одно исключение. Это поход Игоря Святославича. Поэтому этому походу посвящено целое произведение. Потому что он-то хотел пойти в половецкую степь, да, и копье преломить и конять с поля половецкого. Это и есть завоевательный поход. И Господь его наказывает чем? Он захотел славы, почета, покорение половецкого пространства, а попадает в плен. Вот наказание за гордыню. И слово «полк Игоря» это четко совершенно прослеживается и, естественно, в летописных статьях. Итак, язык, история. Вот если мы посмотрим на русское летописание 11-го, конца 15 веков, то мы заметим одну очень важную вещь. История рассматривается как разворачивание божественного промысла во времени по Руси до Страшного Суда. Большинство из нас закончили советскую школу. И мы с вами все хорошо помним первую, как называется, первая русская летопись. Помните? Повесть? Вот. Вы делаете ударение временных лет. Потому что так, когда это писал Лихачев, так учили меня и в школе, и в университете на филфаке. А я своих студентов говорю, нет. В Древней Руси не было ударения временных. Временных. Все повести временных лет. Откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве на чаше первее княжите, и какая русская земля стала есть. Откуда пошла? Вот те самые были языческие народы, племена точнее. Как стало? Крестилась. Русская земля, это значит православная земля. И кто в Киеве на чаше первее княжите? То есть от первых князей, Рюрика, там Олега, Ольги, там, и так далее, Владимира. И так далее, то есть для летописца, а в основном это были монахи, а в основном летописи писались при монастырях, естественно, осмысление истории было, как Богом данное, нечто для какого-то определенного народа. То есть, как он исполняет свою роль, потому что у каждого народа своя миссия. У русского народа тоже была своя миссия, и, соответственно, была и своя идея некая, которая была сформулирована в первом произведении, которое самое ранее дошедшее до нас, «Слово о законе благодати» первого митрополита Русина в 1038 году, то есть первое явление крещения Руси. Так вот, русская идея, она была тогда сформулирована очень просто. Хранение православия до Страшного Суда. Когда ожидался конец света? В 7000 году. Почему? Потому что в Библии сказано, у Господа Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Если Господь сотворил мир за 7 дней, точнее за 6, 7 почил, то значит мир должен постоять 7 тысячелетий. И вот в 7000 году от сотворения мира или в 1492 году от Рождества Христова и ожидалось конец света. И вот что самое любопытное. Вот в советское время большинство докторских диссертаций, как филологов, так и историков, как раз было по летописанию. Ну, потому что считалось у медиевиста, потому что считалось, что это жанр такой полусветский, полуцерковный, в общем, и то, что называется проходная тема. Так вот, перечитав все эти докторские диссертации, монографии, соответственно, написанные, кстати, у Лихачева тоже была докторская по русскому летописанию, я не обнаружил ответа на два вопроса. Первый. Почему русское летописание мгновенно завершается в конце 15 века? Как директива ЦК партии, да? Вот закончит в конце 15 века. Это первое. И второе, зачем писались летописи? Ну вот, как вы уже догадываетесь, почему прекращается? Потому что ожидали конец света. И летописи тогда, а знаете, кто мне подсказал понимание летописи? Владимир Мономах. Потому что, как вы знаете, он написал «Поучение детям», которое вошло во вторую редакцию «Повести временных лет», написанную около 1117 года в Выдубицком монастыре. Это Ктиторский монастырь Владимира Мономаха, ну точнее его отца, но Владимир Мономах тоже покровительствовал этому монастырю. И он заканчивает. И на страшном судилище без оглагольников объясняюся. Книги послевесные раскрываются, дела сокровенные открываются. По меня, Господи, во царстве своем и прочее, замечает Владимир Мономах. Конечно, мы этого тропаря сейчас не помним и не знаем. Но на самом деле это тропарь, который читается первую неделю Великого Поста,
И там есть такие строчки. Книги его совестные раскрываются, и дела сокровенные открываются. Вот получается так, что летописи – это есть те самые совестные книги, то есть знающие, повествующие, до Страшного суда, в которых записано деяния древнерусских князей, по которым будут судить этих князей на Страшном суде. И тогда получается так, что действительно не повести временных лет, кстати сказать, я посмотрел ударения в старопечатных книгах и в части рукописных книгах, я не нашел ни одного ударения на временных, только временных. И получается, все повести временных лет, то есть те, которые пишутся до Страшного суда, то есть до конца 15 века. Понимаете, тогда получается совершенно другое осмысление и истории, и летописей. И почему, вот, скажем, европейские историки, мои коллеги, довольно часто задают вопрос, почему вот западноевропейские аналы, там истории, значит, хронографы, которые, кстати, были тоже известны на Руси, пишут о великих деяниях королей, о балах, походах там, и так далее, о светской жизни и прочее. А русские о междоусобицах, о том, кто кого, так сказать, как Василий Котельяповский ослепил, и так далее. То есть, а почему? Ответ очень простой. Потому что именно за эти не деяния, а злодеяния будет отвечать каждый князь. За свои, да, вот такие вот дела. А добрые дела не обязательно указывают, потому что Господь так их знает. Понимаете? Поэтому вот назначение летописи, тогда получается совершенно иное. И тогда совершенно по-иному воспринимается и вся русская история. Итак, язык, история, вера, язык, история, теперь остается культура. Тоже многосоставляющая, да, потому что сюда можно отнести и живопись, сюда можно отнести и литературу, и музыку, и так далее, и так далее. Но поскольку я литературовед, и мы, собственно, здесь обозначили, да, как литература, поэтому здесь я больше как раз хочу обратить внимание на русскую литературу. Ну, вот сегодня давал интервью, был такой хороший вопрос задан, когда начинается русская литература? Вот, опять же таки, когда меня учили, когда вас учили, нам говорили, такое словосочетание употребляли, древнерусская литература. Опять слово литература с некоторыми оговорками, что, дескать, там еще не было вымысла, не было литературного или художественного метода, и писатели писали только то, что они хорошо знали, такой реалистический подход к изложению событий и прочее, прочее. Совершенно верно. В своих вот монографиях, даже здесь вот представленных, исторической поэтики древнерусской словесности, я разделяю, видите, термин «литература», хотя у меня есть предыдущая монография «Стадиальное развитие русской литературы» 11-й, 1-й, 18 века, термин «литература» употребляю, но и объясняю его. Лучше, корректнее использовать для древнерусского периода все-таки термин «словесность», потому что действительно древнерусские, а вот как их назвать, я даже не знаю, потому что они себя писателями не называли. Они в лучшем случае называли себя «с-писателями», то есть они списывают, а что они списывают? Или записывает. Можно, правда, назвать их книжниками. И обратите внимание, древнерусская словесность в большинстве своем анонимна. То есть мы не знаем даже автора гениального слова Фалкулинария. Почему не оставил свое имя? А очень просто. Потому что не было авторского права. И никто не говорил, как Игорь Северянин. Я гений, Игорь Северянин, да? Понимаете, потому что все, что он творил или создавал, это не его, это откровение, как, собственно, как Евангелие. Вот по откровению, да, сходит и человек записывает. Значит, он может поставить свою подпись. Я иногда задаю такой провокационный вопрос, люблю провокационные вопросы, мне задают, и я люблю. Да, вот почему преподобный Сергий Радонежский, один из самых почитаемых, любимых русских святых, не оставил ни одного сочинения, ни одного творения. Ведь как раз ответ на этот вопрос, собственно, и объясняет, что такое древнерусская словесность. Потому что мы по житию преподобного Сергия Радонежского знаем, что дар книжного вразумления
а это не только чтение, а это и толкование книги. Он получил не от рождения, как его два брата, старший и младший, а, помните, по молитве некого старца, самого преподобного Сергия Радонежского. И поэтому он понимал, что этот дар, то, что он получил, это от Бога. Если он хотя бы одно произведение оставит со своей подписью, то тогда получится, что это он написал, а это не его. Это то, что его Господь дал, то, что ему вложил в его сознание, и он только зафиксировал. Но с другой стороны, смотрите, 125 учеников, которые создали монастырь, и сам он 25 монастырей, 150 монастырей, сколько учеников, сколько последователей. Но если обратите внимание на икону преподобного Сергия, вы увидите, что у него в руках свиток, свернутый, опять же таки, что там написано, мы не знаем. Понимаете, потрясающе. То есть вот, опять же таки, вот мы уже коснулись иконографии, литературы, мировоззрения, веры, и как все это сливается в одном образе, образе святого преподобного Сергия Радонежского. Вот почему это древнерусская словесность, почему это не литература, потому что он не знает вымысла. Когда появляется вымысел? Здесь мы должны тогда рассмотреть эволюцию сознания. Вот с принятием христианства и до конца 15 века, до ожидаемого конца света, было теоцентричество. Значит, Теос, Бог в центре Вселенной, он Творец, и он видит свой мир. Он, который мы знаем, как раз свидетельствует именно об этом. Потому что из центра Вселенной Господь смотрит на свое творение человека, которое предстоит перед иконом. Вот обратная перспектива. Она просуществовала в иконографии как раз до конца 15 века. С конца 15 века по 40-е годы 17 века, когда ум заходит за разум, знаете такую поговорку? Но я уверен, что никто не сможет мне объяснить, почему ум заходит за разум. Что это такое? Это интригую. Да? Сейчас объясню. Так вот, с конца 15 по 40-е годы 17 века было уже антропоцентрическое мировоззрение. То есть человек в центре Вселенной. Почему в 16 веке с таком много спорят, даже о конце света? Каждый высказывает свое мнение. И, наконец, 40-е годы 17 века и по настоящее время какое мировоззрение? Эгоцентрическое. Кто в центре Вселенной? Я. Посмотрите поэзию Серебряного века, наиболее полно. Я уже привел Игоря Северянина строчки, но то же самое у Гиппиус, то же самое у Блока. Я стоит на первом месте. Итак, вот теоцентризм, антропоцентризм, эгоцентризм. Когда, собственно, развивается литература? И что это такое литература? А это как раз эгоцентрическое мировоззрение. То есть автор обладает каким-то житейским опытом, определенной фантазией, естественно, талантом, сочиняет какое-то определенное сочинение. Сколько всего есть жанров? 36. Мировая литература знает всего 36 жанров. Сюжетов. И дальше, так сказать, просто вариация этих сюжетов. Значит, выдумать ничего нового не может. Ну, только вот скомбинировать и что-то, так сказать, вот представить. Но, опять же таки, как любопытно развивается русская литература. Вот я сказал, ум заходит за разум. Что такое ум? Вот давайте, поскольку я так понимаю, что здесь большинство все-таки филологов, давайте включим наше филологическое чутье. И скажите мне, пожалуйста, какое, как вы думаете, слово первичное, а какое вторичное, ум или разум? Ум. Ум? Разум. Ага. Хорошо, тогда давайте филологам. Корень. Ум и разум. Какое слово? Ум. Значит, какое первичное слово? Ум. Значит, разум все-таки вторичное. Вот мы все гордимся, что мы хопасать. Ум как часть души. Где находится? Сердце. Тогда что такое разум? Или розмысл по-древнерусски? Это наш интеллект. То есть человек рождается умным, а постепенно мы его превращаем в разумного. Знаете, духовные очи, ум – это очи духовные. Вот, опять же, древнерусское представление. И значит, вот когда вера вот на протяжении 6 столетий доминировала, тогда Господь слал ум, то есть духовное начало. В 40-е годы 17 века начинает доминировать, или с 40-х годов 17 века начинает доминировать разум.
И происходит секуляризация, то есть обмерщение культуры, обмерщение мировоззрения, обмерщение всего. Литературы, осмысление истории, потому что при Петре Первом история как мыслится? Это деяние отдельных личностей. Да? И так далее, и так далее. Так вот, с обмерщением сознания и, соответственно, другое отношение к творчеству возникает. То есть теперь уже человек не записывает словеса свыше, а сочиняет что-то свое. И ставит подпись, потому что это мое. Чтобы эгоцентризм, чтобы никто не перепутал, что это я написал. И уже будет, так сказать, гордиться этим. И вот когда ум зашел за разум, то есть разум вышел наперед, это ничего дурного в этом нет. Просто рациональное начало или светское стало доминировать. И, собственно, мы выйдем на примере и второй половины 17 и 18 веков. Что происходит в России? Происходит осмысление всех тех формальных наработок, которые были в западной европейской культуре или цивилизации. То есть осмысливается форма. Если мы посмотрим вот развитие культуры, и, ну, в частности литературы, не будем так широко брать, чтобы сосредоточить свое внимание, с эпохи Возрождения, потом что появляется? Стиль или направление барокко, потом классицизм, потом сентиментализм, потом романтизм со своими формами, своими жанрами и прочее, прочее, прочее. Западноевропейская цивилизация прошла этот путь, вот скажем, от барокко до романтизма за... Ну, за сколько? За 2,5-3 столетия. Россия прошла этот путь за 60-80 лет. Почему? Потому что форма уже была готова, ее взяли, потому что очень многие учились у вас, вот, скажем, даже в том же Вильне, я сегодня вспоминал тоже, Семёна Полоцкого, который-то, собственно, вершевую поэзию привез на Русь. Потому что форма, вершевая поэзия, она возникла в Европе, ну и посредством там польского языка и отчасти, так сказать, ну и повторяю то, что он изучил здесь в Вильно в Академии, в Виленской Академии, он приносит и на Русь, но наполняя своим содержанием. А опять же таки, может быть, что-то даже усовершенствованное, потому что создает рифмованную псалтирь, например, да, перевод такой, или еще духовный алфавит, то есть, когда на каждую букву он пишет целое стихотворение и так далее, и так далее. То есть, использует форму, но наполняет своим содержанием. Точно так же в музыке. Танеев пишет, там, 19 века, что русские композиторы взяли форму на Западе, наполнив ее своим содержанием. То же самое в живописи мы видим. И так далее, и так далее. Почему лучшие художники ехали в Италию с тем, чтобы постигать мастерство европейских художников, потом возвращались, особенно передвижники, особенно, так сказать, натуральная школа, и создавали уже шедевры. Или там, ну как Иванов, явление Христа народу, и затем продолжали свое творчество в России. Опять же таки, постигнув мастерство, то есть внешнее, то есть вот разумное, то, что можно постичь, наполняет с помощью ума содержание. А, кстати, что такое мудрость? Можете мне сказать? Ум плюс разум равняется мудрости. Очень просто. На Руси очень просто все. Понимаете? Вот не замысловато, потому что чем проще, тем гениальнее. Да? Все гениально, все просто. И смотрите, постигнув за очень короткое время, смотрите, классицизм у нас проявляется уже в 30-е годы 18 века. К концу 18 века уже появляются романтики. Но что любопытно, здесь есть и в конце 18-го, начало 19-го и классицисты Державин, и сентименталисты, Карамзин, например, да, и уже романтики появляются. Тот же самый Жуковский, потом позднее Пушкин там, и так далее, и так далее. То есть вот такое переплетение, если в Западной Европе одни формы или представители одного направления боролись с другим, то у нас этой борьбы не происходит. Понимаете, все берется лучшее, все формы берутся, так сказать, используются для наполнения содержанием. И здесь тоже, в общем, получается любопытная вещь. Почему русская литература 19 века становится освоили форму? Здесь следует, опять же таки, напомнить, что конец 18 века
эпоха просвещения как в Западной Европе, так и в России, освоение языков. То есть французский все знали, неплохо знали английский, немецкий. Во всяком случае, все писатели владели этими языками, потому что писатели это были из дворян. Поэтому барьера между Европой и Россией никогда не было. А между Россией и Европой всегда был барьер. Какой? Языковой. Почему все боятся зайти в темную комнату? Потому что не знают, что там. Пока не зажжешь свет. Понимаете, а что такое свет? Это язык. Почему Европа стала бояться Россию или Русь 16 века? Да потому что до 16 века, до того, как Иван Грозный, ну, точнее, еще даже не Иван Грозный, а Иван IV Васильевич, юноша 17-летний, принимает царский венец, помазанником становится и появляется царство, на Руси были разрозненные княжества. В принципе, то же самое, что было в Западной Европе. Но в 16 веке вдруг собирается огромное территориально огромное государство. И естественно, поскольку вот это был языковой барьер, языковая граница, то стали бояться это возникшее государство. С другой стороны, ну мы знаем, на службе были опричники, иностранцы, Герберштейн, например, потом сколько путешественников всяких разных было, тоже иностранцев, лекари были еще при Иване III, деде Ивана Грозного и Василии III, тоже иностранцы были лекари. Так что европейцы приезжали на Русь и были на службе. Кстати, и Лермонтов, предок Лермонтова, ну чуть позднее, но также, так сказать, тоже появляется, и так далее, и так далее. Повторяю, Россия, благодаря тому, что не было языкового барьера, легко берет формы западноевропейские, но наполняет своим содержанием. Вот такой классический уже становится пример, который везде, извините, что повторюсь, но привожу, потому что он самый яркий и самый понятный. Чем заканчивается французский роман или, скажем, американский фильм? Хэппи-эндом, да? Счастливым концом. Что такое, да, счастливый конец? Он и она в самом начале знакомятся, потом какие-то перипетии, там, так сказать, потеряли друг друга. Но если американский фильм, пока он ищет ее, он спасает еще человечество, да, так сказать, вот без этого же не может быть американец. Ну и, наконец, они в конце встречаются, он и она встречаются. У плохих ребят забирают миллион, лучше 10. Но если это французский роман, то получает наследство от какого-нибудь там дяди, там, и так далее. И, ну, еще, так сказать, нужен домик такой небольшой на Лазурном берегу. То есть вот чем заканчивается французский роман или американский фильм. Ну, ведь еще начинается Евгений Онегин. Помните, Евгений Онегин куда скачет? Он наследник всех своих родных. То есть он скачет к дяде, чтобы получить то самое наследство. Домик, извините, замок, да, в средневековом стиле. И в него тоже влюбляется Татьяна Ларина. Да? Вот вам, пожалуйста. Получается, с чего Пушкин-то вырос на французских романах. Он же все это прекрасно знал. То есть он в самом начале дает русскому читателю то, что он привык получать в французском романе. То есть, ну чем заканчивается, он скажет, вот тебе получи, а теперь давай поговорим о самом главном. О чем? О человеческой душе. Но опять же таки, смотрите, Пушкин, который начинает Евгения Онегина в самом начале. Как он, помните, и даль? Туманную даль, свои романы еле различал. То есть он не знал, чем закончится его роман. Почему он ее так долго и пишет? Начинает, кстати сказать, как атеист, там, в Кишиневе, в Одессе. Из Одессы он пишет, беру уроки афеизма. Тогда не атеизма, а через Фиту писали, не через Т. Ну и заканчивает роман уже, когда собирается жениться, когда я уже женился, когда пришел в православие, это после Михайловского, ссылки Михайловская. И, кстати, он заметил как-то однажды в одном из своих писем Жуковского, говорит, ничего лучше и выше церковной службы на Пасху я не слышал в своей жизни. Очень любил пасхальную службу, особенно пение, потому что там уже мажор появляется, так сказать, в этом пении, и оно такое торжественное. И Пушкин заканчивает Евгения Онегина. Чем? А что делать с Евгением Онегином? А он не знает. Почему? А Евгений Онегин русский человек.
Скажите, пожалуйста, как было отчество Евгения Онегина? Не думайте, не вспомните, потому что его отчества нет. Служив отлично благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Все, заслуга отца. Нет отчества, нет отечества. Значит, кто его воспитывал? Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменила. Ребенок был резофным, и он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал, и Кеннесон непринужденно, чего же более свет решил, что он умен и очень мил. Значит, кто такой Евгений Онегин? Русский иностранец. Почему? Потому что кто? Русский иностранец. Почему? Почему он лишний человек? А потому что он не русский. Какой культуре он принадлежит? Какой цивилизации он принадлежит? Французской. Французской, получается, или немецкой. Почему? Потому что или английской, потому что обязательно у дворян было 3 воспитателя. Сначала, так сказать, немец, педант, потом манера англичанка учит, а потом француз уже фехтование, танцам и так далее, стрельбе и прочее. Потому что уже готовят, так сказать, вот вам, пожалуйста, это что, русский человек? Нет. А теперь вам вопрос еще один такой на засыпку. Скажите, пожалуйста, какое произведение я имею в виду? Молодой человек, лет 17-18, отправляется, так сказать, на лошадях к центру, к пункту своего назначения. Там он познакомится с какой-то барышней, потом у него будет дуэль, а потом будет барышня писать ему письмо. Какое? О, молодцы! И герой нашего времени, и капитанская дочка. Что делает Пушкин? Понимаете, вот что делает Пушкин. Он же берет один и тот же сюжет. Хотя «Капитанскую дочку» — это же небольшое произведение, да, 100 страниц. И будет писать 3 года. В «Болдинскую осень» такие сочинения он пишет за 3 дня. Ну, не за 3 дня, но за 2 недели. А тут 3 года. Причем сюжет меняет 3 раза. Почему? Потому что он же в Оренбурге услышал эту историю. Там же есть историческое начало, потом меняет, знаете, приводит его той же самой сюжетной линии, которая была вот в Евгении Онегине. Зачем? А потому что Пушкин выступает против Пушкина. Потому что Пушкин православный уже не может относиться спокойно к тому произведению, которое он написал, ну, если... скажем, или начинал, как атеист, вот закончил православное, но ничего изменить уже не мог. И теперь получается, смотрите, с тем же самым сюжетом, но как совершенно по-иному выстраивает Пушкин идею этого произведения. Почему? Потому что он вдруг понимает, что вот если всякий дар свыше есть, и талант от Бога, значит, своим талантом нужно послужить Богу, капитанской дочке, то есть Евгения Онегина не послушаешь, а капитанской дочке, да, можно послушать. Почему? Потому что здесь должна быть какая-то особая идея в этом произведении. Другое дело, что видим мы ее или нет, вот в чем вопрос. Потому что, смотрите, в капитанской дочке все милосердны. А на чем основывается милосердие? На любви. В капитанской дочке все любят друг друга. Родители Петруши Гринева, Петруша Гринева родители, Савельич готов жизнь отдать за Петрушу, Петруша готов жизнь за Савельича и так далее, и так далее. Мироновы как любят друг друга. Жена разделяет участь своего мужа. Маша Миронова, которая пишет письмо. И опять же таки, смотрите, Татьяна Ларина пишет: я вам пишу чего же более, что я могу еще сказать. Я на первом месте. Самость. Маша Миронова пишет письмо: Богу было угодно лишить меня родителей. Знаете, совершенно другое отношение. Потому что здесь чувствуется божественный промысел. Вы знаете, что такое русская литература 19 века? Если история – это понимание божественного промысла о народе до страшного суда, о русском народе, то русская литература – это разворачивание божественного промысла в человеке на примере одной личности. И если мы посмотрим на русскую литературу, на героев русской литературы 19 века, то мы увидим, что они идут или к Богу, или от Бога. Другого пути нет. Смотрите, это Достоевский, Толстой то же самое. Смотрите, еще одно произведение. Да, в самом начале «Война и мир» Пьер Безухов зачем приезжает? Чтобы получить наследство, чтобы получить те самые домики у своего родителя. И вот уже женят на красавице Елен. Да? То есть получается, опять же таки, чем заканчивается французский роман, но что делает Толстой? Он показывает путь западника Пьера Безухова
через плен, приход к Богу и верующего человека. Князь Андрей Болконский, какой он в самом начале? Ради славы, минуты славы готов пожертвовать отношения близких, любовью и так далее. В конце он приходит к Богу. То есть вот это вот разворот. Вообще для романа, для героя романа всегда характерен поворот сознания на 180 градусов. Если герой не меняется, не будет внутренней динамики развития сюжета. Это обязательно, это непрошенное правило для писателей. Так вот, возвращаясь к «Капитанской дочке». Евгений Онегин, это роман о любви? Нет, в том-то все и дело, да. Как с вашим чувством и умом быть чувство мелкого рабом? Это Татьяна Ларина по отношению к Евгению Онегину. Чувство мелкого рабом. Почему? Потому что это страсти. В страсти человек любит больше себя. В любви другого. Потому что любовь жертвенна, любовь не ищет своего. А вот в «Капитанской дочке» все любят, кроме одного человека. Кого? Швабрина. Почему? А у него есть четкая характеристика. Он душегуб и в Бога не верует. Все. Понимаете, нет любви, нет жертвы. Но самое главное – милосердие. Это, я имею в виду «Капитанская дочка», которую все литературоведы и биографы Пушкина называют духовным завещанием Пушкина. Это, конечно же, произведение о милосердии. И там все милосердны, опять, кроме Швабрина. Даже последний разбойник Пугачев, он тоже милосерден. И императрица тоже милосердна. И смотрите, когда Петруша скачет вот в кибитке, они едут в Белогорскую крепость, вызволяют Машу Мироновну, пытается превратить своими беседами разбойника в какого? Благоразумного разбойника. Но не получается. И тогда, хотя Петруша замечает, что мы продолжали ехать в одной кибитке, но по сути дела пути их разошлись. Но вот сделал последнее благое дело первый разбойник, Пугачев, то есть освободил Машу Миронову. И как Петруша говорит ему, кто ты и что ты не хочу знать. Но Бог видит, что жизнью своей обязан тебе и своей радостью, потому что вот освободил Машу Миронову. И где бы ты ни был, чтобы с тобой не стало, мы вечно будем Бога молить. О чем? Естественно, о его грешной душе. И потом помните, так сказать, во чем заканчивается эта повесть. Маша, да, Петруша, так сказать, по обвинению того же самого Швабрина был осужден, Маша едет к императрице, императрица проявляет то самое милосердие, освобождает Петрушу, и на этом заканчивается. Потому что повествование от себя, от первого лица. А вот самое главное в этом произведении, или, может быть, ключ, не главное, а ключ понимания, то самая главная идея, это как раз приписка от издателя. Что в тот год Петруша был, или в 1700-м таком-то году, от Тотчи, Петр Гринёв был освобожден по ее императорскому величеству указу, и он вернулся, он присутствовал на казни Пугачева, цитирую досрочно, которую увидел его в толпе и кивнул головой, которую через минуту окровавленная была показана всему народу. Вот почему в огромной толпе Пугачев ищет глазами Петра Гринёва. И что это за кивок? А потому что ты дворянин, ты всегда свое слово держал. А помнишь, что ты при расставании, что вы обещали, ты обещал, что будете за мою грешную душу Бога молить? Так вот, помни свое обещание. Может быть, действительно, вот только ваша молитва, может быть, и спасет меня. Вот вам, пожалуйста. Какой? Два разных. Какие? Могу включить так свой голос. Спасибо. Так вот, видите, два разных произведения, но один и тот же сюжет. И как можно по-разному истолковать его значение. Ну, и если позволите еще, потерпите, еще вот. Понимаете, есть вот несколько классических таких произведений, которые я очень люблю разбирать. То есть в данном случае вы понимаете, что я за столько короткое время не могу все произведения разобрать. Хотя бы дать какие-то ключи к пониманию. Но вот любимое мое произведение для разбора – это «Шинель Гоголя». Ну, я надеюсь, все вы читали, да? Акакий Акакьевич, кто это такой? Чиновник. Чиновник. А почему он маленький человек?
Потому что маленький чиновник, да? А еще почему? Канцелярский чиновник. А еще почему? Это бедный человек. Душой убогий. Замечательно. В общем, столько всяких разных характеристик. Вот давайте мы попытаемся, ну не за 5, но за 10 минут попытаемся разобраться. Итак, Акакий Акакьевич. Почему Акакий? Вы помните, как матушка выбирала имя по благозвучию? Да? Мокий, Сысой, там, ну пусть бы Вородух или Варахат, Тутрефилий. Замечательные все имена. Смотрите, она не зрит в корень, потому что она-то по месяцеслову называет, а значит, за каждым этим именем стоит святой. Значит, она не смотрит духовные сущности этого имени. Потому что там подвиг есть у каждого святого. Она благозвучит Акакий. А пусть будет Акакий, так сказать, отец был Акакием, так и Акакий. Значит, получается в квадрате. Акакий с древнегреческого, это значит незлобивый. Он действительно незлобивый. Да, все терпит, все насмешки свои. Вот он говорит, Акакий Акакьевич мелкий чиновник, да, мало заработная плата и прочее. Раз. Ну, у Гоголь, как называет, его вечный титулярный советник. Конечно, мы плохо знаем 19 век, культуру 19 века. Титулярный советник, это много или мало? В табелях о рангах это 9 класс. Пушкин, когда закончил Царско-сельский лицей, вышел чиновником 11 класса. То есть на 2 класса ниже, чем Акакий Акакьевич. Это к слову сказать. А вышел в отставку Пушкин каким чиновником? Титулярным советником. То есть как Акакий Акакьевич? Нормально. Да? Если перевести на воинское знание, это будет капитан. Капитан это может быть командир роты или даже батальона. Можете себе представить Акакия Акакьевича командира батальона? С трудом. Да? А почему вечный? А потому что, чтобы продвинуться выше, к 8 классу, 8 класс дает право на потомственное дворянство. Для этого нужно иметь высшее образование. Вот отец Федора Михайловича Достоевского как раз закончил Московскую медицинскую академию и дослужился до 8 класса, получил потомственное дворянство. Тогда как раз Федору Михайловичу было 7 лет. Ну и все это переходит. И, соответственно, достаточно. Значит, Акакий Акакьевич, не имея высшего образования, понятно, что никогда бы не продвинулся выше. Да и, с другой стороны, можем мы себе представить дворянина Акакия Акакьевича? Нет, конечно же. Сколько получал Акакий Акакьевич этого? Значит, это приблизительно 3-4 рубля в месяц. Да? Смотрите, приходя домой, что делает Акакий Акакьевич? Он, чем Бог пошлет, да? Говядину с мухами и там прочим, да, что попадается. Смотри, каждый день ел говядину, между прочим, и чай пил. А сколько стоит фунт чая? Дорого. Очень дорого. Это колониальный товар, и он стоил дороже говядины, намного. Ну, насколько? Несколько раз. Ну, должен вас очень сильно огорчить. А? По Елене Волковец, чай был колониальный товар, и стоил дорого. Ну вот в те времена, которые, так сказать, о которых мы говорим, приблизительно ну, фунт чая стоил не более 2 рублей. Фунт чая это 400 граммов. 2 рубля. Значит, при 34 это действительно дорого, потому что за, скажем, помните, когда он поднимается по лестнице к Петровичу, он решил Петровичу дать за работу как раз не более 2 рублей. Понимаете, это большая цена. А на похмелку дает гривенничек. А что такое гривенничек? Серебро. Если вы опять же таки вспомните мертвые души, то Ноздрев вместе с своим зятем хорошо покушали и выпили за 20 копеек серебро. Вдвоем. Да, в кабаке. Так что действительно 2 рубля это очень дорого. Но тем не менее, это очень дешево. Понимаете, как так сказать, не парадоксально. То есть можно было 10 раз да, в кабаке напиться за этот фунт чая. Но дело-то не в этом. Дело в том, что Гоголь играет считателем в кошки-мышки. Помните, когда Петрович сказал, что худой гардероб, что нужно новый шинель, у Акакия Акакьевича сразу все поплыло перед глазами, да как же, так сказать, новый. И сколько того, то есть что будет стоить, он говорит, ну 150 слишком, сказал Петрович.
Смотрите, 150 слишком. Значит, Акакий Акакиевич, не есть, не пить, нужно полгода, как минимум, правильно, чтобы накопить эту сумму. Правильно? Да. Проверяйте меня. Да? 34 рубля в месяц, да, значит, 150, ну, пусть мы оставим пару рублей ему это, да, так сказать, за полгода можно накопить на Шанель. Хотя, помните, Акакий Акакиевич решил отказаться от всего и в течение года, да, копить нужную сумму, ибо его духовно окрыляла вечная идея будущей Шанели. Гениальная фраза. Вечная идея будущей Шанели. Древние руси сказали будущей жизни, а тут будущей Шанели. Вот как тонко подменяется понятие, да, в 19 веке. Но вечная идея, почему? Потому что у кого-то будет это Мерседес, у кого-то квартира, у кого-то там еще что-то. Но что она действительно вечная, сколько будет человечества, столько будет мечта о Шанели. Итак, он решил не есть, не пить целый год. Да? А мы теперь возвращаемся. Как еще, помните, он подумал, когда пришел в себя и говорит, ну, Петрович всегда так сначала заломит цену какую-нибудь, а потом и за половину сошьет. И они действительно договорились, что Шанель будет стоить 80 рублей. Значит, сколько не есть, не пить нужно? Ну, 3 месяца уже теперь, да? Ну, так. Ну, 2,5, ну, 3, скажем так, да? Хотя после этого он решил год не это самое. А теперь помните, что Гоголь говорит, ну, скажи, где взять эти 80 рублей? 40, может быть, бы еще нашлось. А где нашлось? Откуда? А потому что у Акакия Акакиевича была привычка с каждого рублика по грошику откладывать в кубышку медью. А грош до 1938 года это было 2 копейки, после 1938 года это 0,5 копейки. А поскольку Шанель пишется... вторая редакция, еще до 35-го года, значит, это, скорее всего, вот те самые 2 копейки. И вот медь заменяет на серебро, серебро на ассигнации, и так вот за какое-то время накопил он 40 рублей, даже может чуть-чуть больше. Значит, сколько не есть, не пить ему нужно? 1,5 месяца. 1,5 месяца, замечательно. А повторяю, удерживается в течение целого года. И что он, решил не пить чаю по вечерам? Не использовать свечи, а если что нужно переписать, то у хозяйки. 10 свечей восковых стоило не больше 5 копеек. А сколько он мог сэкономить? Ну, 0,5 рубля за месяц, да? Потом подметки, когда ходить это. Подметки стоили 2 рубля, очень хорошие. Значит, подметки, ну, меняют раз в год, значит, 2 рубля. То есть, на чем он экономить, нельзя сэкономить. Нельзя на эти 40 рублей накопить. Значит, смотрите, Гоголь тут нам поставит задачу перед нами, очень любопытную. Но я вас вообще сейчас ошарашу. А помните, что к празднику Акакию Акакиевичу обещали дать премию в виде жалования? То есть около 35, а дали 60 рублей. А 40 у него кубышки. А 60 дали, это сколько? 105. А Шанель сколько стоит? 80. А зачем ему нужно копить? В течение года. Смотрите, копил же в течение года. И где деньги? Помните, после его смерти-то ничего не осталось. Несколько исписанных перьев гусиных, 10 листов бумаги, засохшие чернила, все. Он что, человек нах приходит в этот мир, из этого мира тоже на него уйдет, ничего не накопит. И ничего с собой не унесет. Все, так сказать, богатство осталось. Значит, что-то тут есть у Гоголя очень интересное. То есть какую-то загадку он нам дает. А какую загадку? Очень просто. В то же время, как и в наше время, не все знали Евангелие. Оно не было переведено на русский язык. На церковнославянском, да, Пушкин, например, познакомился на французском языке. Пока еще не знал, но Михайловского изучил церковнославянский язык. А до этого, так сказать, на французском языке. Ну вот и Гоголь пытается евангельские истины донести до читателей. Потому что в Евангелии сказано, не собирайте земных богатств, где есть тля, ржавчина и воры, которые могут похитить. Но собирайте духовное богатство, то есть небесное богатство. Акакий Акакиевич, первую же ночь тати, то есть воры, первую же ночь похитили богатство, которое он накопил. Вот вам, пожалуйста. То есть получается, что это иллюстрация евангельских слов Гоголя. Ну а тогда вы спросите, а почему же в конце повести появляется привидение, где Акакий Акакиевич и срывает шинели из самого, самого чиновника, да, который распек Акакия Акакиевича. И вот эта твоя-то шинелька-то мне не нужна. А очень просто, потому что я не до конца процитировал Евангелие. Ибо где богатство ваше, там и сердце ваше.
Значит, где богатство осталось? На земле. А помните, он говорит, сердце, да, душа-то, я вам говорил сегодня, находится в сердце. Значит, куда возвращается неупокоенная душа, как я, как еще? На землю. Зачем? За шинелями. Вот вам, пожалуйста. Какое духовное, удивительное произведение. Понимаете, это что, о маленьком человеке произведение? Это о духовно нищем человеке. Понимаете, это произведение. Потому что Гоголь один из самых религиозных писателей. А если мы еще посмотрим, скажем, что общее между бедной Лизой, Анной Карениной, скажем, и Грозой, тоже там луч света в темном царстве, да? Сюжет-то один. А что это за сюжет? А это учение о прилоге. То есть учение о развитии греха в человеке, духовном развитии греха в человеке. Потому что есть 5 стадий развития греха. Кстати, и Раскольников тоже самое. И, кстати, и Пиковая дама Пушкина тоже самое. То есть вот как развивается грех в человеке. Вот эти 5 стадий мы видим, чем это заканчивается. Понимаете, получается так, что вся русская литература, она имеет удивительное духовное основание. И прежде всего основание это, конечно же, евангельское. И если мы посмотрим на всех практически писателей, классиков, которых мы хорошо представляем, в их творчестве отражается эта духовность. Я могу здесь вам одно сказать. Если кого-то заинтересовали вот эти вот толкования и лекции, я могу сказать, что ВКонтакте есть группа Александр Ружанков. И там выложены очень многие видео лекции. И лекции, которые я читал вот в проекте «Академия» на телеканале «Культура», и многие-многие другие, в общем, вы увидите, и там и книги в PDF выложены, тоже можно скачать. Так что вы сможете познакомиться более подробно вот с теми произведениями, которых я вам назвал. Но я еще надеюсь ответить на ваши вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Я, конечно, не филолог, но у меня такой вопрос. Какие, на ваш взгляд, сейчас есть черты у современного Евгения Онегина? Первый вопрос. Второй вопрос. Автор слова о полку Игореве не понял бы языка Евгения Онегина. Автор Евгения Онегина не понял бы языка нашего, типа, короче, тёлка... крыша, и поймем язык будущего. Все равно вы в какой-то мере знаете о будущем языке русского языка. И третий вопрос. Понятие такое арии, как связано с русским языком. Спасибо. Спасибо большое. Значит, первый вопрос о Евгении Онегине, да, о гедонисте. Ну вот не знаю, есть ли у вас реклама, но у нас она проходила по телевизору. «Пепси бери от жизни все». Да, это лозунг Евгения Онегина современного, да, гедониста. «Бери от жизни все». Второе, что касается различных языков. Слово «полку Игореве» написано в значительной степени на церковнославянском языке и написано на книгу пророка Иеремии. Это удивительное, конечно, творение. И понятно, что церковно-славянский язык в то время был доступен практически всем, кто ходил на службу, они его понимали. Евгений Онегин, вот как и Пушкин, не смог бы понять, собственно, первые издатели это и подтверждают, слово «полку Игореве», потому что темных мест, то есть неразгаданных, при первом издании 1800 года были более 200, сейчас около 20. То есть, смотрите, за 200 лет все-таки удалось порядка 180 томных темных мест объяснить слово «полку Игореве». Так что мы тоже его не очень хорошо понимаем. Что касается нынешнего оскудения языка. Да, я с вами согласен, что культура компьютера, айфонов, айпедов и прочее-прочее сильно калечит сознание молодых людей, это уже поколение айфонов, и мыслят они совершенно по-другому, и клиповое сознание, они не могут усваивать очень большие текстовые отрезки, ну и так далее, и так далее. То есть эта проблема довольно серьезная. Но не все так безнадежно.
Я могу что сказать. Я преподавал в Московском государственном лингвистическом университете 20 лет. Ну, бывший ИНЯС, если вот кто-то знает, Мариса Тереза, но сейчас он называется так. Московский государственный лингвистический университет. Я преподавал журналистам, читал русскую литературу 2 года. И могу сказать, ну уже сколько, уже почти 8 лет там не преподаю, но с бывшими студентами, ныне уже работаете на разных вузах, мы собираемся до сих пор и раз приблизительно в месяц, иногда 2 раза в месяц, договариваемся, какое произведение разбирать русской классической литературы, и разбираем. Так что молодежь не такая безнадежная. Приходит очень много, причем из разных вузов. Ну, так получалось, что я преподавал, вот сейчас в 3 местах преподаю, было, что даже в 7. Это не потому, что я такой жадный, нет. Это потому, что вот приглашали, не могут отказать. Там спецкурс, там еще чего-то. Мне самому было интересно общаться с молодежью. Очень интересно. Даже, честно говоря, вот такой был такой эпизод. На одном таком большом собрании мы оказались рядом. Ну, я закончил Львовский университет, филфак. И в 2011 году было 350 лет со дня, да, создания Львовского университета. Я оказался за одним большим, так сказать, под столом, там был торжественный прием, с американским директором Гарвардского института славистики Гарвардского университета. Ну и когда, так сказать, вот представляли всех, представили меня, но вдруг поворачивается Александр Николаевич, то есть господин Жонков, да, вот вы тот-то, тот-то, я говорю, да, а вы не хотите приехать нам в Америку почитать лекции? Я говорю, не хочу. Она изумленно на меня смотрит, как? Это было в 2011 году, да, то есть в 6 лет назад. Это как? Я говорю, мы все, то есть никто не отказывается. Я говорю, а сколько у вас будет аудитории? Ну, большая аудитория будет. Смотрите, у нас там славистов человек 20, наверное, студентов, потом магистрантов там 5-7 человек, потом аспирантов 2-3 человека, ну, еще преподаватели придут. Ну, это человек 35-40 наберется. Я говорю, вы знаете, я сейчас преподаю в 7 вузах. У меня аудитория порядка 600-700 человек. Ради этих 35 я должен месяц не преподавать 700. У меня такой изумленный, такие круглые глаза. Говорят, первый раз в жизни мне отказали. Понимаете? И потом на следующий день мы на приеме были в Доме ученых, оказались опять рядом, но вы не придумали, я говорю, нет. Вот вопрос именно, так сказать, вот в том, что аудитория очень хорошая. Да? Ну и... Насчет ариев, то, что вы говорите, ну, это то, что называется из другой области знаний. Да, то, что мы с вами говорили, это, так сказать, вот одно, то, о чем мы говорим, это тоже можно говорить, но это несколько другое. Мы с вами здесь, вот в данном случае, я опираюсь, я, ну, на разные, так сказать, вот формы, но можно материальные, материальные культуры, я сегодня... Не случайно вот взял основную тему, язык, то есть материальная культура зафиксирована, история зафиксирована в слове и письменном слове, да, так сказать, это очень важно. То есть я не фольклор беру, это, и литература, естественно, так сказать, все что зафиксировано в слове. Поэтому мы с вами можем говорить, но это немножко другое. Да, пожалуйста. У меня такой был вопрос. В середине 80-х годов вышла такая скандально известная, правда, известность эта была очень кратковременной, потому что другие политические события заслонили ее. Аж я. Вот достать ее практически невозможно было прочитать, но там интересные мысли были, спорные для не только для филологов, но и для такого, для людей, читающих. Вот как вы считаете... Но потом время так это все затушевало, потому что другие заботы пришли у людей, государство развалилось. Вот как вы сами считаете, прав ли поэт в данном случае, оценивая тоже поэтическое произведение, говоря о взаимодействии и влиянии двух языков, в том числе тюркского, тюркских языков, тюркизмов, на слово о полке? Да, спасибо, очень хороший вопрос, его довольно часто задают, потому что действительно нашумевшая работа, но вы правильно подчеркнули, поэта. Значит, видение и видение будет немножко разное. Есть замечательная статья доктора монография доктора филологических наук Менглиса «Тюрксизмы в условиях полку Игоря», где он разбирает уже действительно как лингвист ту лексику, которую использует автор слова полку Игоря.
То, что это творение написано на границе с половецкой степью, вот естественно, и влияние, вот я сказал, что да, он написан почти на церковно-славянском языке, но с элементами, естественно, русского языка. Почему? Потому что это все-таки произведение не сакральной словесности, как вот летописи были, да, две летописные статьи, а все это все-таки сочинение витии, да? Почему я употребляю это слово, которое использовал и Лермонтов в поэме 12, современник слова полку Игореве, епископ Туровский Кирилл как-то заметил, что историцы сие речь летописцы и витии сие речь песнотворцы будут повествовать о своих князьях, не показавших плеча врагу своему, и так далее, и так далее. То есть, видите, он ставит две, так сказать, вот, пары. Летописцы-историцы, это то, что будет в летописях зафиксировано, и витии, все речь, песнотворцы. И, значит, кто-то будет художественным мышлением осмыслять исторические факты, историческую действительность в определенных образах. Вот я должен заметить, но вот в этой книге об этом написано довольно-таки много, что 11-12 век это было религиозно-символическое сознание. В слове полку Игореве вы не увидите причинно-следственных связей. Их не было, потому что сознание было так построено. Но там была символическая связь различных событий. То, что когда нам пересказывают сюжет слова полку Игореве, это уже наш пересказ, когда мы выстраиваем свою причинно-следственную связь. А в самом слове полку Игореве этого нету, там совершенно по другим принципам оно строится. И вот это вот образное мышление значительно сильное. Поэтому, что я могу сказать об этой книге Лжаса Сулеймана? Конечно, она у меня есть еще в то же самое первое издание, сейчас уже вышло третье издание большим тиражом, и оно абсолютно не пошло. Почему? Потому что сенсации нет. Уже давным-давно вышли серьезные большие работы, которые разобрали его книгу, его точку зрения, и, ну, так сказать, вот для своего времени, да, это было интересно, потому что было, так сказать, вот новое. Но с точки зрения исследователя, ну, она уже, скажем так, с научной точки зрения, она очень устарела, ну, и она все-таки любительская работа, скажем так, не профессионал. Хотя некоторые наблюдения у него очень интересны, именно как поэта. Спасибо вам большое за очень интересную философскую, я бы сказал, лекцию, а потом литературную. Хотя это другое применено. Александр Николаевич, меня интересует следующий вопрос. Сейчас вот мы видим, что век обмена информацией, ну, интернет и все прочее. Вот вы сказали о заражении там языка, все прочее, там вот этими англицизмами и прочими вещами. Но меня интересует другой вопрос. Понимаете, сейчас. Вот вы очень хорошую тему подняли. Эгоцентризм, это самое, гомолюден человек играющий, или там человек ищущий меркантильного. Я хотел сказать, спросить вас о нравственных. Я знаю, что вы работаете в этом плане, я тоже грешу этим. Вот, и я хотел бы вас спросить, ваше мнение, как профессор, как выдающийся ученого в обществе литературоведения. Я хотел бы вас спросить, а как вы видите, значит, в чем разница между западной современной литературой, где много очень эзотерики, где мы видим вот этого истории вот этого мальчика, который там бегает и чудеса все ловит и так далее с кольцами и без колец, и вот русской, нашей восточной, ну, российской литературы, которая в самом деле самобытна во многом, мы правильно это подчеркнули. Вот в чем разница в нравственном аспекте? И я бы сказал, даже и в жанре, как бы сказать, если можно вот так коротко, интересно. Спасибо. Но прежде всего я сразу же скажу, что я не специалист ни по советскому времени, ни по современной литературе. Потому что, ну, как сказал Козьма Прутков, нельзя объять баобаб, да? То есть вот хотя бы вот...
Вот. Ну, поскольку. Ну, иногда там жюри, иногда там где-то что-то посоветуют. Я могу так сказать, что если бы что-то было выдающееся в русской литературе, то мне бы сказали. Я так и скажу. Вот. Я бы, наверное, бы прочитал. Потому что вы же прекрасно понимаете, что сарафанное радио работает лучше всего. Лучше телевидение, радио и прочее. То есть именно сарафанное радио. Это первое. Теперь, что касается второго. Смотрите, русская литература, она всегда действительно была высоконравственной. То есть всегда нужно было отстаивать идеал человека. Но какой идеал? Вот я вам тоже сейчас задам задачку такую. Скажите, пожалуйста, в русской литературе 19 века были идеальные герои? Не было, совершенно верно. А в древнерусской? Были. Были, совершенно верно. Кто? Святые. Да. Абсолютно правильно. Смотрите, в древнерусской период. Совершенно верно. Это были идеальные герои. Почему? Потому что что такое подвиг те же Бориса и Глеба, страстотерпцев? Ну что это уподобление Христу. Ну что если мы посмотрим, как описано чтение Бориса и Глеба преподобного Нестора, или же как мы посмотрим житие Феодосия Печерского, того же Феодосия Нестора, Нестора летописца и географа. Если посмотрим на житие преподобного Сергия Радонежского, то мы увидим, что они построили по одному канону житийному. Житийный канон – это не композиция, как меня когда-то учили, а житийный канон – это исполнение 19 заповедей. Кто первым исполнил 19 заповедей? Иисус Христос. Он пришел в этот мир, сказал, я не пришел нарушить 10 заповедей, но исполнить их. А потом на горной проповеди еще дал 19. Так вот, если мы посмотрим, как построено житие Бориса и Глеба. Борис и Глеб исполняет 19 заповедей. Святополк Окаянный нарушает все 19 заповедей. Это потрясающе. Это открытие Нестора, это не мое открытие. Хотя, может быть, первым об этом написал я. Но понимаете, это открытие Нестора. И точно так же Феодосия Печерская, тоже преподобного Сергия Радонежского и так далее. И смотрите, есть идеал. Какой? Уподобление Христу. В 19 веке идеала нет. Почему? Потому что нет человека не без греха. А идиот? О, думаю, а кто сказал? Положительно прекрасный человек. Да? Князь? Мышкин. Князь? Ну, Мышкин. Лев? Ну, Мышкин. Да? Смотрите, какое сочетание. Почему? Потому что, как вы знаете, в рукописи, в плане этого романа Достоевский пишет, князь Мышкин – знак равенства Иисус Христос. То есть он хотел его уподобить Христу. Но не получилось совершенно. Почему? Смотрите, потому что Спаситель пришел в этот мир, и его жертва основана на любви для спасения душ, да? Всех людей, кто пойдет за ним. Князь Мышкин пришел в этот мир, он же, помните, я не от мира сего, да? Что самое любопытное? Когда князь Мышкин появляется в Петербурге, он исполняет 9 заповедей блаженства. 10 заповедей вообще не фигурируют, 9 заповедей блаженства. Но вы когда-нибудь видели или слышали о блаженном миллионере? Невозможно сочетать. Совершенно верно. Но он же принимает... Он же принимает, да, так сказать, наследство. Или блаженный, который собирается жениться. Понимаете? То есть он нарушает эти 9 заповедей блаженства. И для окружающих, которые поначалу его воспринимали как человека, который действительно может изменить их жизнь, то когда он собирается жениться или принять наследство, он превращается в таких же, как и они. И он даже не может спасти одного человека, Настасью Филипповну. Почему? Потому что его жертва основана не на любви, любит-то он оговорил, а на сострадании, а это не одно и то же. Понимаете? И вот Достоевский, гениальный Достоевский, это показывает, что нету в русской литературе 19 века идеального героя. Положительных парочку я, может быть, и назову. Маша Миронова, например. Но опять же таки, она строится, ее, вот Пушкин строит по типу женской агеографии. Это тоже немаловажно. Знаете, у нее, она дворянка, но у нее есть какое-нибудь наследство? Одна девка дворовая, да, и тут, так сказать, кто его знает, где она. То есть, понимаете, нету ничего. Вот к этому образу следует присмотреться. Не Татьяна Ларина, идеальный образ, а Маша Миронова.
То есть, в общем-то, удивительно. Понимаете, а в советское время были идеальные герои? А Павка Корчагин, вспомните. Абсолютная типология жития. Абсолютная. Почему? Потому что нужно показать идеального строителя коммунизма. Все, так сказать, есть заказ, есть исполнение. Понимаете, сейчас есть? Нету. Даже положительных нету. Потому что модернизм, совершенно верно, потому что другое совершенно сознание, потому что восприятие совершенно другого. И совершенно другая цель стоит перед художником. Почему? Потому что любой шедевр искусства должен преображать человека. Будь то это музыка, будь то это живопись или литературное произведение, или кинематографическое, понимаете? Оно должно воздействовать на чувства человека, оно должно преображать. Это назначение настоящего произведения искусства. То, что сейчас пишут, это ученость свою, да, или, так сказать, да, показать хотят, или показать, что грамотно. Вот что касается профессионализма в исполнении, я скажу, что да, профессионально сейчас писатели пишут гораздо профессиональнее, чем в советское время. Ну вот Шукшин, да, Астафьев, совершенно верно. Вот я хотел... Распутин. Именно. Именно. Вот понимаете, вот вы чуть-чуть опередили. Я хотел как раз вспомнить Валентина Распутина, потому что вот сейчас вот юбилей его. Это последний из магикан. Это наследники той самой русской классической литературы. Потому что они опирались как раз на достижения литературы 19 века. И на тех же писателей Толстого, Достоевского, того же Пушкина и так далее, и так далее. Они на жизнь опираются. Нет, на жизнь они-то опираются, они берут сюжет с той жизни, да. Но осмысление этого, понимаете, тем же самым мне... Ну, я не хочу сказать, что я был хорошо знаком с Валентином Распутиным. Нет, но мне приходилось несколько раз с ним встречаться, беседовать и так далее. Это глубоко православный человек. Понимаете, глубоко православный. И это то, что называется на генетическом уровне. То есть хочет он, не хочет писать, если равно это будет проявляться. Еще я хочу на что обратить ваше внимание. Смотрите. Забыл, вот сейчас скажу. Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, как наша русская литература. Кто были первые русские писатели? Илларион, автор слова «Законе благодати», канонизирован. Преподобный Нестор, автор слова Бориса и Глеба, и жития Феодосия Печерского, и первой летописи, канонизирован. Феодосий Печерский, автор «Знамечительное слово поучения», канонизирован. Владимир Мономах, автор «Поучения детям», канонизирован. Кирилл Туровский, канонизирован. Серапион Владимирский, епископ, канонизирован. Смотрите, еще какая-нибудь одна литература мира имеет такое духовное основание? То есть практически всех, кого мы знаем по именам, это оказываются святые. Вы же понимаете, когда тогда, вот отвечая на ваш вопрос, какой духовный и моральный уровень должен быть у этих писателей. И если последующие писатели, они являются наследниками этой традиции, то хочешь не хочешь, воленс-ноленс, но они будут тоже сохранять это. Другое дело, что, скажем так, 90-е и нулевые годы поменяло. Ну, Россию хотели сделать, или так сказать, русскую цивилизацию хотели скрестить с европейской цивилизацией. Вот то, что произошло, или, так сказать, что получилось, мы, в общем-то, сейчас видим. Я не могу сказать вот о каких-то достижениях. Хотя, правда, есть у меня очень хороший мой знакомый, давний мой знакомый, порекомендую вам. Потому что спрашивают, да что можно почитать за современную литературу, для себя откройте. Это Васло Михальский. Наверняка вы никто не помнит. Да он нигде не печатается. Но хотя собрание сочинений к 75-летию вышло. В интернете можете найти его сайт и там посмотреть. Значит, Михальский, Вацлав Михальский. Когда-то Катаев на одной из первых его повестей написал замечательную, совершенно блестящую рецензию и сказал, что с него будет толк. Ну вот можно сказать, что вот это из того ряда вот писателей, которых не трубят, и вот из той самой плеяды. Ну повторяю, он начинал тоже, когда вот эти шестидесятники, и тогда и он. Я его как-то, мы с ним работали в «Советском писателе» одно время, не дружили. А, ну, так были хорошо знакомы, остались. И как-то он, смотрю, получает госпремию за незаконченный роман. Я говорю, и как-то его встретил. Говорю, слушай, ну ты как Шолохов, потому что Шолохов за первый том Тихого Дона получил тоже госпремию. Роман не закончил, уже госпремию получил. Говорит, ну меня теперь обязали заканчивать роман. Говорит, а честно говоря, я долго, ну вот собираюсь писать.
Да, и вот этот роман тоже как-то поехал, и я не знал, чем я закончу. И так получилось, что вот первую часть напечатал в октябре в журнале «Октябрь», и думал, что все, на этом кончу. Они по ошибке поставили, продолжение следует. Вот, мне пришлось вторую часть писать. Говорит, вот потому что мне нельзя же подводить журнал. Но он сам, скажем так, он не православный, вот церковный человек, но в общем, все это прекрасно понимает. И знаешь, мне он говорит, знаешь, я вот как никак не мог придумать концовку этого романа. А роман о чем? Он как-то поехал в Тунис, советской делегации писателей, и в Тунисе, а вы знаете, что столица Туниса тоже Тунис, и в Тунисе он бродил по улице и увидит огромный храм православный. Удивился, говорит, а что это тут православный храм в Тунисе? Северная Африка, говорит, ну как, тут же... Вот когда Врангель, так сказать, с флотом, Франция не приняла, они в Тунисе, кого не было, храм. Вот, говорит, я любопытно туда зашел, никого нету, огромный-огромный храм, думаю, надо же, наверное, большая колония была. И смотрю, как эта женщина, ну, видите, ну, по осанке, по манере говорить, держаться, ну, сразу видно дворянка. Я спрашиваю, а кто это? А, говорит, это княгиня Мерзликина. Как? А что, она бедная? Я говорю, что ты? У нее тут несколько особняков, она самый богатый женщина. А что она живет при храме? Одно, потому что она православная. Она очень боится, потому что раньше здесь были службы, каждое воскресенье, потом все реже, выносит праздник, а теперь священник вообще не приезжает. А ей уже, видишь, уже там под 90, и она очень боится, что она, так сказать, нет, что она умрет, и ее не смогут похоронить и отпеть в этом храме. Поэтому она живет при храме уже, я говорю, давно, говорит, лет 15. Ничего себе, это мне говорит, так это озадачило, и говорит, я об этом случае забыл лет на 20. А потом, вот как-то, так сказать, вот уже в 90-е годы, говорит, я вдруг вспомнил, говорит, что же это за женщина интересная. Вот написал первую часть романа «Весна в Карфагене». Вот шесть томов «Весна в Карфагене», по первому роману все шесть томов так называются. «Весна в Карфагене». Он рассматривает судьбу, значит, ну вот... Мерзликиных, дочка с отцом уехала в эмиграцию, другая дочка с матерью осталась здесь. И вот практически за 100 лет он рассматривает вот, судьбу этих людей. Изумительно, роман читается очень легко. Я не знал концовку. И вот, а мы с ним встретились, он говорит, а ты же мой роман не читал? Я говорю, каюсь, не читал. Говорит, ну у меня будет завтра СДНР презентация, приходи, я тебе подарю. Ну приходи, для тебя будет что-то интересное, я заинтригован и прихожу. Значит, он говорит, ну вот ведет самую пресс-конференцию, потом говорит, вы знаете, на днях я получил из Туниса письмо. И как раз вот он рассказал всю эту историю, которую... И это, говорит, я вам зачитаю это письмо. А я еще знаю эту историю с другой стороны. Когда митрополит Лавр, американский, летел к митрополиту Марку, вот тогда вопрос был объединения зарубежной церкви, да, Европа вдруг... не приняла этот самолет, потому что был буран, так далее. И его повернули в Тунис. И он сел в Тунисе. Единственный случай за всю практику. И Лавру говорят, вы знаете, здесь скончалась два дня назад, то есть уже третий день, княгиня Мерзликина. Вот не могли бы... Да я же ее хорошо знаю, и так далее. И они всем самолетом, то есть глава русской зарубежной церкви, всем самолетом с опричем ее отпевали. Меня это настолько потрясло. Он говорит, ну что вы не думали, что я это сочинил, вот в шестом томе фоксимильно это письмо приложено. Понимаете, вот насколько сильна была вера у этого человека, и по вере ваша да будет вам. То есть она чего хотела, она тут получила. Понимаете, говорит, я сам потрясен этим случаем. И тогда вот роман сразу пошел. И третья, четвертая, пятая и шестая часть. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, то есть та же самая нравственность. То есть есть, сохранилось есть, если мы продолжаем вот ту линию, которая была в русской литературе. Спасибо. Можно немножко с вами поспорить? А когда вы говорите о том, что привилегия только русской литературы... Этот турнир... Так сказал. Но где-то близко, может быть... Я сказал, что единственная литература, которая основана святыми. Да. Это разница. А не привилегия. Хорошо, хорошо. Вот понимаете, вот у меня книга, которую я могу показать. Вы знаете, конечно. Это Григорий Богослов. И основа русской духовности, наверное, основа всей литературы русской, она началась в первые годы христианства. Начиная с Оригена, Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста,
можно перечислять, какие десятки есть. Поэтому я думаю, что все-таки вот в этой книге это избранные слова Григория Богослова. Здесь вот я могу вам найти вещи, которые там продолжаются. У Достоевского, у Гоголя, у Чехова. Совершенно верно. Я могу дополнить, спорить мы с вами не будем, я могу дополнить. Самая популярная книга за тысячелетнюю историю русской литературы у всех русских писателей. У каждого древнерусского писателя непременно есть цитата из Григория Богослова. У каждого писателя 19 века непременно есть отношение к Григорию Богослову. Кстати сказать, вот то, что я говорил, ум и разум, это восходит тоже к Григорию Богослову. То просто уже поздняя редакция Ермолая и Разма. Так что русская литература основывается на святоотеческой литературе византийской. Это несомненно. Теперь я еще хотел немножко о языке. Вот понимаете, сейчас почему-то вот вы упомянули о том, что язык меняется в связи с тем, что влияние большое интернета, влияние большое различных факторов. Ну вот я вам приведу такое четверостишье Ходосевича. Вот оно звучит так. Что делать мне с моим косноязычьем всю бой, весь ад? Язык мой стал звериным или птичьим, уста молчат. Вот объясните. Ну, а что здесь объяснять? Тут уже все объяснено, то, что вы почитали. Понятно, что есть, скажем, если бы вы мне прочитали Велимира Хлебникова, и сказали, что вот это вот за язык, да. Вот растолкуйте, да, что это значит, это одно дело. Другое дело, мы же с вами говорим о различных тенденциях в языке. Понимаете, есть то, что называется классический литературный язык, скажем так. Мы с вами носители в той или иной степени, ну, в большей, наверное, степени носители этого языка. У молодежи, конечно, придумывает свой язык, язык упрощенного общения в компьютере. Из какого ссора, да, рождаются эти стихи. Так что тут мы с вами можем добавлять и добавлять. Мы говорим о разных вещах. Мы говорим о, так сказать, культурных носителях языка, которым, так сказать, мы, наверное, с вами принадлежим. И мы говорим о тех тенденциях, которые есть среди молодежи. Но я опять же таки хочу разделить. То есть есть язык общения и язык литературы. Потому что молодежь ведь тоже пишет. Вы знаете, я был немножко потрясен, вот на прошлой неделе было собрание Союза писателей, Московское собрание Союза писателей, и там выступал, это юбилей Москвы, журнала «Москва 60 лет», и там выступал главный редактор интернет-форума «Проза.ру» и «Поэзия.ру». Как вы думаете, сколько зарегистрировало поэтов и писателей? Миллион. Совершенно верно. Миллион. Да и в нашей аудитории много. Понимаете? Вот вам и пожалуйста. Ни одного Пушкина, ни одного Достоевского, ни одного. Но миллион. Масса. Понимаете? Вот и все же творческие люди. Это мы вот недавно, так сказать, вот миллионному зарегистрировавшему там какой-то президент вручили. То есть это официально, целый миллион. Это же потрясающе. В Советском Союзе тоже 10 000 писателей. 10 000, но не миллион. На все грамотные, все. Российский православный активист Владимир Потихо, извините, если неправильное ударение, считает, что будущее России – это синтез православия и советского проекта. Вы с ним согласны? Что значит советский проект? Соединить разные совершенно вещи – православие и советскую идеологию. Ведь почему Ульянов Ленин выступил так сильно против веры, православной веры прежде всего? Потому что идеология. Поэтому нужно уничтожить веру с тем, чтобы вместо веры насадить идеологию. И вот я вам говорил, что наше Отечество созидалось верой, а разрушалась идеология. Поэтому совместить это просто невозможно.
Русские писатели XIX века, говорит Достоевский, смотрели на мир сквозь призму христианских идеалов. То есть современных русских писателей пишет в духе православных христианских традиций. Ну, здесь я могу вспомнить моего коллегу Водолазкина Евгения из Пушкинского дома, его роман «Лавр». Он тоже медиевист, доктор филологических наук, занимается как раз летописанием и хронографами, византийскими в том числе. И вот многие свои изыскания в древнерусской литературе он переложил то, что называется, в романную форму. Но что он делает? Как человек очень грамотный, литературовед, он разрушает эту литературную форму. Если вы не читали роман «Лавр», а он даже и лауреат большой премии, то есть это одна из самых почитаемых, по-моему, года два или три назад он получил эту премию. Ну, вы получите эстетическое удовольствие. Хотя, вроде бы, там о Средневековье, но там с выходом в современность, повторяю, он ломает все формы. То есть это вот тоже своеобразный литературный прием. И те же самые духовные ценности, о которых мы с вами говорим, христианские ценности. Ну, а Вацлавом Михайловичем, вот я вам уже тоже назвал. Я должен заметить, что вот проза у нас сейчас отстает. Но я для себя открыл очень богатую духовную поэзию. Вот поэтов очень много, и очень хороших, очень. И мне так вот показалось, если ретроспективно смотреть на историю русской литературы, то мне напоминает нынешнюю ситуацию приблизительно то же самое, что было в начале 19 века. Тогда, как вы помните, поэзия тоже стояла на голову выше, чем проза. Вот. И спустя там лет 15-20 уже появилась соответствующая проза. И, ну вот надеюсь, что не количество перейдет в качество, тут вряд ли, но что поэзия за собой повлечет и вот на этот вот высокий уровень, и в том числе и прозу. Так что будем надеяться. Клаус Иванович, вопросы еще? Ну, назовите поэтов, которые вам... Женских назовите. Мы слышали. Ну, обычно называют Ольгу Седокову. Я к, ну, по-разному, так сказать, не отношусь. Но вот из православных поэтов мне подряд очень отец Андрей Логвинов, священник. Но вы знаете, очень много священников у нас, мы тут как-то поспорили. Я еще преподаю сейчас в МИФИ. Ну, это Национальный ядерный университет, знаменитый наш, так сказать, вот МИФИ. И как-то мы с ректором сидели и поспорили. Я тогда еще был проректором литературного института. Какой вуз дался больше священников, МИФИ или литературный институт? Оказалось, МИФИ больше. Так, вы понимаете, то есть, ну, в общем-то, любопытно. Но вот выпускники тоже литературного института, очень многие стали священниками. И пишут, я скажу бы так, добротную очень прозу. Но вот поэзии, повторяю выше, возьмите Андрея Логвинова, получите удовольствие. Каждое стихотворение – это откровение. Отец Роман, знаете, письма, то есть это песни его, и сборников тоже несколько. Это, конечно же, великолепная тоже духовная поэзия. Ну и так вот посмотрите, забейте духовная поэзия, и, в общем, найдете очень много авторов. Можно еще один вопрос? На архив Дмитрия Сергеевича Лихачева хранится в Пушкинском доме. Почему он закрыт на четверть века? На этот вопрос я не отвечу вам. Сказали по распоряжению вдовы. Вполне возможно. Я могу только догадываться. Почему? Хотя, так сказать, внучки его живы. И вот одна даже вот на телевидении работает журналистом. Я могу только догадываться. Вообще у Лихачева вот воспоминания, если вы, ну, наверное, на века не наблюдали, но если вот посмотреть, то воспоминания каждое переиздание все время увеличивается по объему. То есть, значит, приоткрывает. Лихачев был, ну, вот в лучших таких традициях консерваторов. И считалось, что, в общем-то, нельзя печатать воспоминания не ранее, чем спустя полвека после смерти автора этих воспоминаний. Это было то, что называется классика, традиция.
Вот в русской литературе, даже Серебряного века, ну, тот же Андрей Белый, например, у него был замечательный дневник, он сейчас опубликован, ну не сейчас, опубликован не так давно, спустя 50 лет. Строго очень выдержали, сначала во Франции, потом, так сказать, у нас опубликовали его воспоминания. Очень интересные дневники. Так что тут, я думаю, что связано это с тем, что многие люди еще живы, чтобы никак не... Он просто, наверное, вот через жену попросил, чтобы, по-видимому, была договоренность, чтобы не опубликовали. А в связи с тем, что он прожил долгую жизнь, поэтому, может, и сократилось не 50, а 25 лет. Но... Спасибо. Извините, можно я напоследок спрошу тоже? Покажем. Я как раз поэтесса, и как-то скептически отозвались о больших порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру». Кравчук, главный редактор от Российского Союза писателей. Я считаю, что молодцы люди, что пишут, что как-то проявляют себя. И очень много известных фамилий как раз возникли из этих порталов. И это прекрасно. Конечно, там миллионы уже количество участников. Вот я одна из них также. Но я считаю, что очень хорошо, что есть такое место. Я же не сказал, что это плохо. Ирония не в этом. В иронии, действительно, я с вами согласен. Очень хорошо, что печатается, потому что тиражи сейчас книг, ну, максимальный тираж, ну, это 5000, это считается уже очень хорошим. Вспомните, что у нас тиражи были по 2-3 миллиона книг каких-то, да, тут 5000, а вообще тираж 1000 экземпляров. Это вот самый стабильный тираж, а потом допечатать. Поэтому то, что печатается там, и есть возможность печатать, это слава богу. Ирония у меня по-другому. Если бы Достоевский, не знаю, я понимаю. Меня, например, я не знаю, как вас, это даже не ирония. Я был ошарашен этой цифрой. Миллион писателей. Поэтом, вообще, понимаете, миллион пишущих, да, так сказать, нет, понимаете, это же не просто пишущие, если они пишут на, так сказать, там и там, то они считают себя писателями-поэтами, все. Среди них наверняка есть десяток, сотня, может даже тысяча замечательных писателей. Но, честно говоря, вы же, так как и я, так и вы же миллион не перечитаете этих. Жизни не хватит. Ну, заголяют на какие-то, так сказать, вот, знаете, какие-то имена. Конечно же, но перечитать миллионы – это невозможно. Я думаю, что последний вопрос. Можно еще? Последний вопрос, да, хорошо? Да, конечно. Два маленьких. Вот вы говорили о 100 годах секуляризации в России. Да, вы имели в виду советское время? Да. Именно советское время. Да, может быть, это вот не совсем корректно, потому что, может быть, просто все ушло вглубь. Вот начиная даже от такого, вы говорили о Петруше Гринёве, да, когда он там как дворянин нес определенную эту. А мне вот вспомнился Симонов с его дневниками «Разные дни войны». Помните, как там какой-то солдат, ну совершенно не знаю кто, что Симонов, обратился к нему, та же самая история, с тем, что если случится, меня убьют, ты мне дай слово, что ты меня похоронишь. Так что, может быть, просто все ушло вглубь? Фасад, да, он был таким, но главное-то оставалось, и ваш пример, и Распутин, и остальных русских... Иначе бы мы, и сейчас бы не было возрождения, совершенно верно. Да. Я, вы знаете, у меня есть такой свой своеобразный образ. Вы знаете, кто для меня Белая гвардия? Это женщины в белых платочках в храмах. Это же белое, и сейчас, и раньше было. Вот это и есть та самая Белая гвардия, которая сохранила веру, и которая передала. Потому что мужчины ведь не ходят, да и сейчас не очень так уходят в храмы, понимаете? Не случайно ведь, что такое семья? Семья – это малая церковь. Кто хранительница очага семейного? Это жена, прежде всего. Вот и духовность, и вот то, о чем вы говорите, то есть сохранение тех самых традиций, это было как раз, так сказать, в семье. Моя бабушка была молитвенницей, моя мама была молитвенницей, что-то передалось и мне, понимаете? Поэтому, несомненно, это вот традиция, которая была не на показ, а это слово было в семьях, и благодаря этому, собственно, все сохранилось. Да. И второй маленький вопрос. Разве Пушкин учился церковнославянский в Михайловском, в лицее же? Нет, в лицее не было церковнославянского. А? Нет, в лицее не было. Они, даже и в программе не было. Ну что вы, его церковнославянскому языку обучал игумен Иов.
И после того, как, собственно, Пушкин заинтересовался историей государства российского и захотел почитать летописи, на которые опирался Карамзин. И когда он увидел эти тексты и для него преграды, он тогда обратился к Ивову и игумен церковно-славянский язык. В светских учебных заведениях тогда церковно-славянский язык не изучали. Старославянский изучался. Старославянский изучался, но очень... ну, это прочи, ну, разновидности одного и того же языка, но, опять же, такие очень мало. Не в том объеме, чтобы его понимать и читать. А? У гуманитариев всегда изучался. Но Царско-Сербский лицей... позволю с вами согласиться, не согласиться. Если вы имеете в виду классическую гимназию, да, там изучалось. Если вы реальное училище, там не изучалось. Если вы берете Царско-Сербский лицей, это как высшее учебное заведение, это не классическая гимназия. Поэтому там своя была программа, ну там постольку-поскольку, но практически можно сказать, что не изучался. Так что в зависимости от того, кто что заканчивал. Да, это да, бесспорно, но лицей, там же учебник. В лицее? Нет. Ну, недостаточно, скажем так, чтобы знать и читать тексты. И здесь ведь еще один вопрос. Ведь знать церковно-славянский язык, грамматику, и почитать печатный текст – это одно дело. А знать палеографию и рукописи – это совершенно другое дело. Да, поэтому, да. Поэтому вот как раз в Михайловском и там нужно было как раз изучать палеографию, не просто церковно-славянский язык, потому что нужно читать рукописи. Почему? Потому что вы же прекрасно знаете, что там и не только сокращения, там же писались в одну строку разделения на слова и так далее, и так далее. Поэтому, да, грамматику они изучали. Вы знаете, я тоже в университете изучал, старославянский тогда назывался этот язык. Но, честно говоря, после университета, хотя я имел пятерку, я не мог читать. Понимаете? Ну, а потом, когда уже стал заниматься рукописью древнерусской литературы, так сказать, текста, да, тогда я уже эту премудрость прошел. А университетский курс он тоже ничего не дал практически. Ну да, но все равно, иначе бы пророк, там же столько церковного суверенизма. Свободное владение. Пророк, извините, пожалуйста.